президента Российской Федерации в Севастополе. Сейчас мы едем с вами по улице Ленина, ну в каком городе нет улицы Ленина, да? Везде есть. Далее, когда мы только начинали движение на свою яхту и уже отправлялись потом именно в Ливадию. Ну а морем, конечно, смотрится южный берег Крыма очень роскошно, поэтому то, что мы идем сегодня с вами все кататься на катере. Памятник – это паровоз железняков. Вот этот бронепоезд сделали в 1941 году на нашем морском заводе. Железняков, фашизму написано. Дальше вы видите платформу, где стоит пушка 130-го калибра. Это были самые большие корабельные пушки. Они стреляли на расстояние 25 километров. Пушка могла двигаться в разные стороны, дуло могло быть направлено. И вот для того, чтобы не подошли фашисты к городу, вот этот бронепоезд выезжал в наши 6 тоннелей, проложенные в горах Микензевы, и обстреливал фашистские позиции, а затем возвращался обратно. К сожалению, в июне 42 года немцы выследили его, но уже 80 тысяч человек не накормили эти жители, сами голодать начинали. Так вот, морская крепость, конечно же, подступы к городу с моря защищала очень хорошо. И поэтому все войска, которые планировали захватить Севастополь, чтобы себе иметь базу флота, они подходили с суши, подходили к Сапур-горе. Сапур-гора длинная, немножечко закруглена по краям, напоминает подкову, только вытянутой нет. Дом не пострадал в Великую Отечественную войну. А там практически весь Севастополь был уничтожен, потому что немцы до тысячи самолетов не пускали над морем, чтобы ни один корабль не мог такой корабль взорвать. Поэтому фашисты, да, смотрели. Очень большие поля виноградника. Но мы выехали в Банатлавскую долину с вами. И похоже на озеро. Конечно же, очень привлекает моряков. Первая остановка в Ялту. Поднимаемся по большим ступенькам. Интересно, меха сколько здесь. Все меховое. Тоже орки. Ой, орел.
Долина какая. Ялта построена ордена Трудового Красного Знамени Трестом Южнострой, Минстрой, УССР. По проекту Киевского филиала. Строительство закончено в 1972 году. О, крутые какие. Вроде как поднимались неплохо, а здесь круто спускаться. Всякие всевозможные меховые тужурки. Это вот для нас, для, как раз для севера. Дайте мне что-то полюбовать. Авточехлы от 3 до 7 тысяч. Это подустроено, может, давай. Пойдем. Вот от 3000 рублей можно купить такую женскую, мужскую общинку натуральную. Это мы с вами были на остановке Ласки. Вот такой населенный пункт. Первая остановка Ялты. Мы сейчас на Ласпинском перевале и отправляемся сейчас с вами дальше. От Ласпинского перевала у нас начинается уже южный берег Крыма. 90 метров высотой. За мысом Аянах начинается Балаклава. У берега 80-90 метров, одно из самых глубоких. Помимо Васюкова Дерева, в Ласпинском урочище у нас находится еще две базы отдыха, детская и взрослая. Отдыхают не только летом, но и в течение года. Там есть школа, которая работает все время, чтобы дети не отставали от программы. Есть и взрослая база отдыха. Великолепнейший по красоте парк. А слева видит вот эту скалу. И говорит архитектору, там бы храм поставить, всем людям было бы хорошо. Из Парусов можно идти, из Байдарской долины можно перейти. Архитектор говорит, в 8 году император Александр III со своей семьей возвращался после отдыха в Ливадии. Доехали там. Семья осталась жива, и люди решили, что... Так, на обратном пути надо еще одно желание загадать, покупать. 18 мгновений весны, все его видели. Так вот, а здесь его дача наверху, там влево в горах находится. Она действующая как музей, но там еще и люди живут. Так, смотрите назад, быстренько. Вся спина выгнута немножечко на фоне неба. А дорога, по которой мы едем, это хвост кошки. Сейчас тоже уже есть эта база. России нужны военные. Это Украине было ничего не надо, а России нужны. Так вот, там была база по... Мы сейчас находимся в Алупке. Идем в Воронцовский дворец.
Воронцовский дворец в Алупке – один из самых известных и необычных памятников архитектуры Крыма. Возвышается над Черным морем в окружении великолепного парка. Алупкинский дворец – шедевр архитектуры романтизма. Строили почти 20 лет, с 1828 по 1848 год. По заказу могущественного генерал-губернатора Новороссийского края, аристократа и англомана графа Михаила Семеновича Воронцова. Граф самолично выбрал место для своей крымской резиденции на живописном каменном мысу подножия горы Ай-Петри в малоизвестном татарском селе Алупка. Огранично вписать здание дворца в окружающий ландшафт удалось англичанину Эдварду Блору, автору замка Вальтера Скотта в Шотландии, придворному архитектору британской короны. В архитектуре Воронцовского дворца Блор соединил разные стили – это английский, неомавританский и готику – отдав должное светской моде того времени на романы Вальтера Скотта и восточные сказки. Первоначально возводить резиденцию был назначен знаменитый итальянский архитектор Франческо Баффо, уже построивший графу дворец в Одессе. Помогать ему должен был англичанин Томас Харрисон, инженер-приверженец неокласики. Начались работы, и к 1828 году фундамент, который для сейсмоустойчивости залили свинцом, а также первая кладка портальной ниши центрального корпуса были готовы. Но в 1829 году умер Харрисон, а два года спустя граф решил приостановить строительство дворца, по всей видимости, отказавшись от идеи возведения резиденции в стиле неоклассики. Воронцов обращается к англичанину Эдварду Блору, блистательному архитектору, графику и модному у себя на родине архитектору. Скорее всего, Воронцову его рекомендовал граф Пембрук. Новых чертежов пришлось ждать почти год, но результат Михаилу Семеновичу понравился, и в декабре 1832 года началось возведение корпусов. Блор блистательно решил задачу в исторической перспективе. Архитектура дворца демонстрирует развитие средневековой европейской и мавританской архитектуры, начиная от форм раннего средневековья и кончая XVI веком. Здание дворца раздвинуто таким образом, что повторяет собой очертания виднеющих гор. Удивительно, что сам архитектор, так точно вписавший здание в окружающую природу, ни разу не побывал в Крыму, а использовал лишь многочисленные пейзажи, наброски, рисунки рельефа, которые были высланы ему в Англию. Получившийся замок вполне мог служить иллюстрацией к историческим романам. Пять корпусов, укрепленных оборонительными башнями, различным по форме и высоте, объединены между собой множеством открытых и закрытых переходов, лестниц и двориков. Было бы и легче, и дешевле. Плата. На что Францов ответил? Ну, я хотел, чтобы было дорого. Шутка шуткой, конечно, но действительно, благодаря тому, что очень качественно построено, дворец выстоял. Сейчас здесь, кто там стоит, обратите еще внимание, вот на что. 234 метра над уровнем моря. Это гора называется Ай-Петри. Все, кто здесь были хоть раз, все знают высоту Ай-Петри. Вот эти зубчики, это в результате выветривания, оползни и всего остального образования. Справа крыша. Задний фасад дворца и его западная часть – вариация на тему тюдоровской Англии XVI века, начала XVII века, напоминают суровые замки английских аристократов.
Кстати, этот дворец был один из первых в России, которые оборудовали водопроводом, горячей водой и канализацией. Строительство велось из местного камня зеленовато-серого цвета, диабаза, по прочности не уступающий базальту, который брался из естественных россыпей Валубки. При его обработке требовалось немалые усилия, так как сложные по рисунку украшения интерьера дома мог испортить один неверный удар долотом. Поэтому для сложнейших каменотесных работ пригласили российских камнерезов, строящих белокаменные храмы в Центральной России. Основное декоративное украшение Воронцовского дворца – мотив пологой стрельчатой келевидной арки. Неоднократно повторяется и в чугунной балюстраде балконов, и в каменной резной решетке, ограждающей крышу, и в декоративном убранстве портала южного входа, выполненном в мавританском стиле дворца Альгамбра. В оформлении обращенного к морю южного входа переплетаются рисунок тюдоровского цвета и мотива лотоса, которые завершаются шестикратно повторенной под фризу арабской надписью «И нет победителя, кроме Аллаха», так же, как это написано в гранадской альгамбре. Расходы на строительство дворцового комплекса составили около 9 миллионов рублей серебром. Астрономическая по тем временам сумма. Но граф Воронцов мог себе это позволить, так как после женитьбы в 1819 году на Елизавете царевне Броницкой он удвоил свое состояние и стал богатейшим помещиком Российской империи. Растение тись ягодный, очень ядовитое. Перед фасадом располагается львиная терраса и монументальная лестница белого каррарского мрамора. Работа итальянского скульптора Джованни Банани. С обеих сторон ступени расположены три пары львов. Левый снизу спящий, правый снизу пробуждающийся, выше пара бодрствующих и третья рычащие. Спящий лев. Воронцовский дворец. Я вас потеряла. Елизавета Ксаверьевна, та самая, в которую по одной из версий в одесской ссылке влюбился Александр Пушкин, лично следила за созданием интерьеров здания, заботилась о художественном оформлении парка и нередко оплачивала работы. Долго пожить в Алупинском дворце Михаила Семеновича не удалось. Последовало очередное назначение, на этот раз на Кавказ. Зато в Алупке в конце 1840-х годов поселилась с детьми его дочь, графиня Софья Михайловна. Затем после смерти князя Воронцова он получил княжеский титул в 1845 году. Дворец по праву майората перешел к его единственному сыну Семену Михайловичу. В 1882 году его вдова Мария Васильевна Воронцова уехала за границу и вывезла из дворца многие ценности. Детей у нее не было, дворец оказался заброшенным, и в конце века здания, парк и хозяйство пришли в полный упадок. В 1904 году у замка появились новые хозяева. Родственники по линии Воронцовых-Дашковых, жена наместника царя на Кавказе, графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова. Урожденная графиня Шувалова энергично взялась за дело. Она сдала земли под санатории и пансионаты и построила на территории имения более 120 дач. После революции и установления власти Советов в Крыму земли Воронцовых-Дашковых были национализированы. А 22 февраля 1921 года в Крым пришла телеграмма Ленина. Примите решительные меры в действительной охране художественной ценности, картин,
фарфора, бронзы, мрамора и так далее, находящиеся в ялтинских дворцах и частных зданиях, ныне отводимых под санатории Наркомздрава. В начале 20-х годов на южном берегу Крыма в ряде крупнейших дворянских усадеб были созданы музеи, среди них и Алупкинский музей. Коллекция музея серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. Многое было вывезено оккупантами, в том числе 537 произведений живописи и графики. Лишь небольшую часть картин удалось разыскать после войны и вернуть во дворец. В феврале 1945 года на время Крымской Ялтинской конференции Алупкинский дворец стал резиденцией английской делегации. В парадной столовой дворца состоялись встречи глав союзных держав Сталина, Черчилля и Рузвельта. Позже дворец стал госдачей НКВД. В 1952 году там разместили санаторий, и лишь в 1956 году по решению советского правительства здесь открылся Крымский государственный музей изобразительного искусства. С 1990 года дворец входит в состав Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В его коллекции сегодня представлены произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, а также документы, старинные рисунки и литографии, знакомящие с историей строительства дворца. Нагромождение камней и глыб называется Мануховым 70. Английский парк дворца – произведение немецкого садовника-ботаника Карла Кебаха, который Воронцов пригласил в Крым в 1824 году, когда не было и проекта самого дворца. Он с рвением принялся за создание парка, учитывая рельеф, климат и местную флору, сочетая, впрочем, все новейшими достижениями садово-паркового искусства. Со всего мира сюда были завезены около 200 видов деревьев и кустов. Посылки с семенами и саженцами приходили из Америки, Италии, Кавказа, Карелии, Китая, Японии. Рассказывали, что здесь одновременно цвело более 2000 сортов роз. Немецкий садовник настолько прославился в Крыму, что его стали приглашать помещики для создания, для улучшения своих парков и садов по всему побережью. Карл Кебах четко спланировал парк по принципу амфитеатра, сохранив его с главным дворцом и прочими архитектурными объектами. Прибрежное шоссе Ялта-Семеис делит парк на верхний и нижний. Нижний парк оформлен в стиле итальянских садов эпохи Возрождения с фонтанами, мраморными скульптурами, византийскими колоннами, вазами и каменными скамьями. Верхний создан по принципу английских пейзажных парков эпохи романтизма. Более естественным и природным в нем скалистые обломки, тенистые пруды, сохраненные участки Крымского леса перемежаются с живописными полянами, уникальной системой озер, водопадов, каскадов и гротов. Кебак создал Верхний парк как место созерцания моря и горы Ай-Петри, возвышающиеся над парком и дворцом, словно руины замка великанов. Тщательно продуманная дренажная система и индивидуальный уход за растениями сделали свое дело. Многие, даже очень редкие и прихотливые растения, хорошо укоренились. Всего на территории парка к концу XIX века произрастало 250 видов деревьев и кустарников. А парки, сады и виноградники, принадлежавшие графу Михаилу Воронцову и его родственникам Нарышкиным и Потоцким, полностью изменили область побережья от Алушты до Фароса. Добро пожаловать в Алупку. От присуждения Героя Советского Союза, от Медхана, летчику-герою. Thank you.
всякие вкусности здесь. Соблазняшки. Татарская еда. Мы все садимся в автобус и продолжаем путь дальше. Путешествие.